Приветствую всех зрителей YouTube канала Политсигнал и поздравляю их с наступающим Новым годом! Пусть у вас все сложится в 2020 году, то, что не успело сложиться в этом году. Пусть у вас будет побольше побед, достижений и больше радости, а горести и неудачи поменьше. Пусть Дед Мороз со Снегурочкой не обойдут вас и наградят большими подарками из своего волшебного мешка. А канал Политсигнал уже получил новогодний подарочек в кавычках от команды Ютуба. Вы, наверное, уже заметили, что новые ролики на канале стали очень короткими и нет больше роликов с радио «Комсомольской правды». Это связано с тем, что 22 декабря команда YouTube прислала уведомление об отключении монетизации роликов на канале Политсигнал сроком на 1 месяц. А я так понимаю, где 1 месяц, там и 2, и 3, и вообще все становится очень непонятным. До устранения выявленных ими нарушений каналу вменяется использование уже имеющегося на других каналах контента или чужого материала. Не отрицаю, действительно, на канале публиковались ролики с сайта Радио КП, и делалось это на основании достигнутого разрешения и согласия со стороны администраторов YouTube канала Радио КП на использование этих материалов. Такие разрешения есть у меня. Но, похоже, это все не важно для команды YouTube, так как у них есть собственные понимания и собственные инструкции всех этих взаимоотношений, чем они и руководствуются в своих действиях и целях. На самом деле, применение этих своих принципов выглядит очень странно. Так, к примеру, в последних публикациях роликов до 22 декабря из 10 роликов только 2 были разрешены к монетизации. В чем причина? Абсолютно непонятно. Так как в роликах не было абсолютно ничего противозаконного, не было мата, насилия, жестокости, унижения и оскорбления. Всего того, что является антиобщественным и запрещено на YouTube. Кстати, даже ролики по здоровью и те были отключены от монетизации. В общем, все как всегда. Полный произвол. Впечатление такое, что в команде YouTube в русском секторе работают люди, прошедшие практику цензуры, все запрещать в Советском Союзе. Дело дошло уже до того, что за более чем 600 роликов на канале монетизация упала примерно до 3 баксов в день. Ну как так? Работать без материальной поддержки в условиях капиталистического строя весьма трудно. Хотя, наверное, в любом строе это трудно. Спасает только энтузиазм. И практически невозможно работать. Поэтому прошу подписчиков канала и просто людям, которым интересна публикация на канале, оказать небольшую или большую спонсорскую помощь. Перевести любое количество денег на развитие канала. Я буду этому искренне рад. Это позволит каналу развиваться, делать очень интересные собственные ролики и собственный контент. Поверьте, темы, которые я планирую, очень интересные. Не думайте, что это пустые слова. Тем для обсуждения еще пока хватает. И вы скоро об этом увидите и услышите. В любом случае, канал Политсигнал планирует начать это делать. На этом пока все. Искренне ваш Сергей. Не забывайте ставить лайки, дизлайки, комменты, дискомменты, подписываться на канал, включать оповещения. И, конечно, прошу оказать небольшую спонсорскую помощь в любом размере в следующем 2020 году. Перевести любую сумму на счет в Сбербанке.